Коннор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Имя и пункт назначения. Агент 54. Уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо.
Идем. Нечего тут делать. Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их сейчас? Ну, прямо как крысы. Изо всех щелей лез. Не до утра же тут торчат. Уже яйца отморозил. Мы их, небось, месяц будем вылавливать. Зуб даю, и половины еще не нашли. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевели! Быстро! Внутрь! Им никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя их бросать. Их же убьют. Ладно, пошли. Стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять всех гражданских. Нет. Нет, не надо. Сраные машины. Кэра, ты спасла нас. Мы навек обязаны. А где маленькая? Она здесь рядом прячется. Бегите, а то заметит. Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Обойти можно? Если в обход, можем опоздать на автобус. Может, лучше не рисковать? Что бы ни случилось, не паникуем. Спокойствие. Документы.
сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? У нас машина сломалась. Мы шли пешком, мы рядом живем. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Она не привыкла видеть военных. Немного напугана всем, что творится. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, кругом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Эй, погодите! Вы уронили. Спасибо. Пожалуйста. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. В Детройте что-то происходит, мадам президент. Вот и он. Момент истины. Дайте силен на нас, или мы будем стрелять. Ждите! Мы не хотим столкновений. Это мирная демонстрация. Повторяю, сдавайтесь, или мы будем стрелять. Пути назад уже нет. Мы просим освободить всех андроидов из лагерей и прекратить агрессию против нас. Мы хотим мира. Мы не будем прибегать к насилию. Но мы не уйдем, пока вы не отпустите всех. Откройте огонь по безоружным демонстрантам! Не стрелять! Да, Майкл, события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас. Мы продолжим держать вас в курсе происходящего. Джосс Дуглас, канал 16. Майкл, у меня все.
Маркус, что нам делать? Держаться. Столько, сколько сможем. Внимание! Черт! Сраный. Отступи, Коннор! И он будет жить! Прости, Коннор! Этот говнюк твоя копия!